пришла пора высаживать теплолюбивые культуры, но такие как кабачки и тыквы. Вот рассада кабачков у меня, несколько сортов, по два кабачка, наверное, так получается. И кавили, и желтоплодные кабачки, и цукеша, и черный красавец, ну и еще там несколько сортов. Схожесть была в этом году очень плохая, честно вам скажу. То есть я сажала в два раза больше. Ну, что взошло, то взошло. Мне, конечно, этого хватит. Вот тут у новой теплички, у забора сделала 10 лунок. Здесь тепло, забор с северной стороны, поэтому, конечно же, здесь тепло. Но все равно поставлю еще дуги и накрою спанбондом. Ночи холодные, ну, чтобы побыстрее они росли и не болели. В общем, всегда выращиваю первую половину тут. Лето иногда, даже июнь месяц, под спанбондом. И кабачки, а уж тыквы тем более. Тыквы более теплолюбивы, поэтому они еще тяжелее переносят такие изменения ночных и дневных температур. Выкопала достаточно глубокие лунки и заправила их навозом. Хорошо пролила, почти целая лейка, то есть, ну, 10 литров на одну лунку. Потому что закрою, и пока тут будут приживаться, и открывать не буду. Ну, для проветривания буду открывать, а так пусть они под спанбондом там и будут, приживаются. Так, что еще в лунку, кроме навоза? Сейчас зарою лунки землей, чтобы корни пока с навозом не соприкасались. И потом еще дам везде по горсти золы. И все, больше ничего в лунки не добавляю. Вот костной муки поехала, думала купить в магазине, а в магазине и нету, разобрали. Поэтому, ну, буду по старинке, как всегда это делала. В принципе, с кабачками проблем-то нет. Что хочу сказать, посажу 10 штук. Этого вполне достаточно на нашу большую семью. Но мне очень понравились кабачки в заморозке. Вели себя они прекрасно. Все, кто писали мне, что они там развалятся, что-то там с ними случится. Нет, замораживала разными способами, всякими. И почти все подъели мы. И великолепно они в заморозке себя вели. Так что посажу, чтобы мне заморозить и сделать заготовки. То есть вот так вот с перспективой. Вот какая хорошая корневая система. Показываю вам, посмотрите. Замечательные. Ничего я не нарушаю. Стараюсь не нарушать. Вот так. И здесь уж прям, не знаю даже как вытащить из этой баночки. То есть все хорошо. Прям можно вот так поставить стаканчик. Ну, сейчас только зарою, чтобы навоза не было. И все, и будет уже кабачочек расти. Ну вот, дорогие друзья, у меня получилось вот такое сооружение, такой мини-парничок. Там спанбонд, кое-где с дырочками, ничего страшного, сверху закрываю пленкой. На день пленку поднимаю, спанбонд пока даже и поднимать не буду, потому что сегодня солнечно, пусть они там при рассеянном свете, он тоненький, приживутся лучше. Это сейчас закрыла, чтобы вам показать. То есть вот такой парничок, конечно, там будет тепло им, что и говорить. Вот, сейчас пленку приоткрою, пусть все дышит. А на ночь закрываю. И, в общем, вот такая работа, все открыть утром, вечером все закрыть. Ну, по-другому, честно говоря, у нас и не получается. Ну и вот так, дорогие друзья, выглядят те кабачки, которые я сажала в переносные грядки. Хватит им здесь париться в теплице, завтра я их перенесу в грунт. И вот сегодня взяла и посмотрела. Думаю, как тут интересно развивается корневая система. Посмотрите, там все-все в ящике в корнях. То есть я вам показывала, что полиэтиленом закрывала не внутри, а снаружи. Вот теперь открою. И пусть корни через вот эти дырки ящика проникают в почву. Вот так они прекрасно развиваются. Здесь два кабачка кавили, а два кабачка, ну, каких-то золотистых. Я даже не помню сейчас. Что на сей день выглядит? Я, значит, отрывала все пустоцветы постоянно. Ну, вот один специально оставила. Посмотрите, здесь уже отцвел один кабачок. Честно говоря, не знаю, появится ли зависть. Это кавили. Ну, как считается, что она партенокарпики, но все равно я считаю, опыление нужно. Здесь вот еще такая розетка. Много-много, но кабачков нет. И здесь кавили. Вот, тоже уже отцвел. Ну, вот такой вот. Вот такая зависть. Ну, тоже не знаю, отпадет или не отпадет. Видите, все идут завязи с кабачочками. Почему я оставила на том цветочек, опылю. Вот.
И здесь пока все пустоцветы. И вот когда пустоцветы вот такие, да, видите, без кабачочка, я их отрываю и выбрасываю, чтобы кабачок не тратил силу, а потом наращивал только такие плодики с кабачками. Вот такие пустые, все, видите, без кабачка, я удаляю. Вот они сначала идут пустоцветы, пустоцветы, а потом уже вот с такими кабачочками. Это ну, какие-то золотистые, честное название, не помню. Так что вполне реально, так, перешагну, высадить вот такие кабачки. И завтра закопаю, прям вот выкопаю яму, туда тоже перепревший навозик положу, сниму всю пленку, сниму и прям закопаю вместе с ящиком. Ничего страшного, так как в ящике полно дырок, корни найдут себя. Ну, давайте у этого посмотрим. Вот сниму и посмотрим. Вот, смотрите. Видите, сколько корней? Поэтому вполне реально вот такая высадка. Даже что для себя решила, на следующий год попробую так даже посадить огурцы в ящиках. Не так, как я в мешках, а вот в таких ящиках. Четко ящик зарыл, там, допустим, и 4 огурца на раннее потребление вполне себе могут жить. Так что жду вот этот эксперимент, все-таки опылиться или не опылиться, или без опыления он будет расти, этот кабачок, зависит-то. Отпадет, не отпадет, все вам потом в обзоре огорода, который скоро будет на моем канале, потому что сад я все показываю, а огородной своей культуры нет. Вот в обзоре огорода чуть-чуть попозже и покажу, что же тут получится. Самой даже интересно. Свекла. Всегда свеклу сажаю рассадой. Вот здесь она в теплице с томатами прекрасно растет. Это уже остатки. Основную свеклу мы рассадили. Почему-то сухими семенами не высаживаю. Ну вот не знаю, как-то, знаете, так повелось, что называется. Вот высаживаю так, мне удобнее. А знаете еще почему? Потому что я свеклу никогда не сажаю на отдельную грядку. То есть специальную грядку для свеклы или свеклы. Вот кто знает, как это назвать. Свекла, наверное, скорее всего, правильнее. Для свеклы я не делаю. Я ее обычно сажаю на те места, где что-то не взошло, где что-то будет раньше намного убрано, чем сам урожай свеклы. Это по чесноку, по луку. Вот у меня здесь рядом жила бабушка. Бабушка-искусница по огороду. Не моя бабушка, а просто бабушка-соседка. Давным-давно ее уже нет на этом свете, но она меня научила 30 лет назад. Света, сажай свеклу по краям гряд. По краям гряда лука, чеснока, может быть, по краям картофельного поля, и тогда свекла урождается отлично. Потому что мы при посадке чеснока, лука всегда кладем много золы, эти культуры любят золу, а свекла тоже ненавидит кислую почву. Вот если у вас не растет свекла, однозначно у вас кислая почва. Вносите много золы, доломитовой муки, и тогда свекла у вас будет расти отлично. Это уже проверено. Вот поэтому мы свеклу высаживаем по краям гряд и даже в середине гряд чеснока и лука. Ну и вот показываю вам, как ее и распихали теперь по грядкам. Вот она даже сегодня уже немножко поактивнее себя чувствует. Обычно свекла после того, как ее рассадой сажаешь, она такая долгое время болеет. И это правда. Вот. А здесь уже ничего. Некоторые подняли головы, вот кто-то еще лежит, потому что ну только-только сделали. Хорошо, что погода сейчас не зной, а такая более-менее теплая погода. Вот так вот по грядке чеснока. Везде вот с краев и даже в середине есть свекла. Потому что чеснок созреет в июле, мы его выкопаем, а свекла будет расти прекрасно до сентября. В принципе, дружат они очень даже и неплохо. Вот еще, видите, такая вяленькая, неактивная. Я еще не все высадила. Вот сейчас на этой, завтра, послезавтра высажу еще вот на грядку с луком. Также здесь у нас междуряди достаточно широкие. И вот сюда вот в торцы грядок у лука высажу по одной свеклы. Лук тоже убираем достаточно рано, в начале августа. Поэтому свекле здесь будет просто рай дорастать
до самой-самой поры уборки. И еще вдоль картофельного поля, вот видно, да, поливала сегодня их, тоже растет свекла. Вот прям в торце каждого рядка картошки. Вот так она. Поливать надо первое время, конечно, почти, не почти, а просто каждый день. Ну, потому что у нас достаточно сухо. Последний дождь я даже не помню, когда и был. Сейчас более-менее тепло, прям уже, ну, наверное, целая неделя теплой погоды. Такая 18-20, это для нас просто рай. Сами знаете, после снегопадов и морозов. Вот, поэтому поливаем свеклу каждый день. Ну что, в принципе, все я уже рассадила. И буду завтра последнюю культуру, которую втыркивать буду в землю, это тыкву. И на этом все. Все втыркивания, все. Целый месяц я этим занималась, все закончу. Это и кабачки, и тыквы, и лук, и вообще морковка, и... Ой, и огурцы, и томаты, и перцы. И на этом все. Хочу все закончить к 1 июня. А потом все по кругу. По кругу это прополка, поливка, подкормка и так далее. В общем, хотя бы закончить к 1 июня с посадками и пересадками. Вот дала себе такой план. Почему все это очень подробно вам показываю всегда? Хотя эти видео и не огромное количество просмотров имеют. Ну, потому что такая тенденция канала. Вот показываю все, как растет от семени до сбора урожая. Ну, вот такая у меня политика. Поэтому уж кому не интересно, не смотрите. А может быть, кто-то что-то для себя и подчерпнет. Почему показываю вам такие вот вещи, которые вы вроде как все знаете? Ну, потому что у меня такая теория моего канала, как бы от А до Я. То есть от семени до потом сбора урожая. И всегда показываем вот семечко, а вот потом мы собрали какой-то овощ. Поэтому прекрасно можно посадить и по редиске. Скоро мы ее тоже отсюда все уберем. Но по редиске уже рассажен лук. И свекле уже места нет. А еще я вчера высадила свеклу. Вырвала у Борисыча чуть-чуть земли, совсем чуть-чуть. Посадила, я считаю, что очень плохо, очень плотно друг к другу. Как правило, сажаю значительно капусту реже друг от друга. Ну, посмотрю. Уж если не понравится, прям вытащу и выкину. Но мне вот дано вот это вот чуть-чуть. Даже совсем один рядок. Я вот сюда чуть-чуть расширилась. Картошки. Ну, думаю, там будем первый ряд картошки окучивать вместе. Как-то приноравливаться. Капусту и картошку. Борис еще не видел. Наверное, удивится, что все-таки все равно... Я часть земли вот здесь вот отвоевала. Так что посадила все таким же способом, как вам уже показывала. Сажала раннюю капусту. С ранней капусты уже снялись баночки, которые сюда перешли. Еще добавились с огурцов. Вот тоже на баночке надо сделать вот эти вот крышечки-закрывашечки, чтобы туда внутрь банки не попали различные насекомые, пьющие сок с капусты. Ну, в общем... Завтра доделаю. Главное, посадили. И такая погодка-то сейчас. Она теплая, конечно, но нету жаркого такого палящего солнца. Вот и хорошо. Пусть приживается. Интересно. А вам всем спасибо за внимание. Всего всем доброго. Главное, будьте здоровы. И не забывайте подписываться на канал У Светланы Лоди Сад, а также мой второй канал У Светланы Лоди Свет. Вернее, не У Светланы, а просто. Он, конечно, У Светланы, но называется просто Лоди Свет. Там тоже есть видео, которое связано с садом-огородом. Там я сейчас выставляла видео о каких-то технических таких наших рукоделках с Борисычем. Может быть, кому-то это очень-очень пригодится. Так что и туда заглядывайте. Всего всем доброго!